Сейчас мы проработаем наши руки. Руки, плечи, плечевой пояс, все. У нас в руках гантели. В домашних условиях это могут быть бутылки с водой, там было бы желание. Чуть ли не там пакетики с крупой, они по килограмму, тоже очень удобно их держать. То есть, поехали, что мы делаем? Жим. Ножки на ширине плеч, исходное положение. Вдох, сводим над головой, выдох. Опять-таки это можно совмещать как с отжиманиями, тоже очень хорошо все в комплекс вести, так и отдельно прорабатывать. Вы можете, допустим, на одну тренировку взять там, грубо, бутылку по 2 литра, да, то есть ощутить вес, так хорошо проработать, чтобы ручки окрепли. На другую тренировку что-то чуть поменьше, но в комплексе уже с отжиманиями и с подъемом корпуса. Выпады и махи. Мы делаем это, да, поехали. Вдох, наверх, выдох, отлично. Чуть-чуть больше на меня ножку сюда, вот так. Хорошо. Мы это делаем у станка, нам позволяет условия. Дома это можно делать тоже элементарно, опять-таки, там где-то около подоконника. У всех есть двери, да, есть ручки. То есть вы держитесь за ручку, сделали выпад, сделали мах. Главное желание, и это очень доступное упражнение. Сейчас мы показываем выпады, то есть это обычно, это классика, выпады на месте, без веса, да, отлично, вниз идем, вдох, выдох. В чем преимущество упражнения? Повторюсь, опять же, задняя поверхность бедра, формулировка ягодичной мышцы, плюс здесь работает пресс, чуть ровнее плечики, вдох, наверх, выдох. Но суть этого упражнения, что ножка должна быть впереди, то есть угол должен быть четко, коленка над пяткой, она не должна никуда уходить вперед. Корпус не должен уходить вперед, он должен быть ровненько. Просто идем вниз, встаем на выдохе наверх.